Всем привет, друзья! На канале мы в Канаде. У нас сегодня новое видео про Костко. Решила вам сразу сходу показать, что есть новое в акциях, которые на входе обычно. Вот есть классная акция на Always. Здесь 4 больших упаковки по 50 штук. Стоили 16.50, сейчас 12.50. Дальше Oral-B, набор из 8 щеток, стоили 17, сейчас 12.50. И тоже из зубных паст, вот хочу порекомендовать, мы похожую брали, правда не в Костко, а просто по отдельности мне понравилось. Crest 3D White, огромные 5 штук, по 135 мл, стоили 19, сейчас 14.50. Мне кажется, надо ее попробовать обязательно. В общем, в прошлом видео показывала вам уже хэллоуиновские инсталляции в продаже, а здесь уже Новый год и Крисмас полным ходом. Смотрите, какая красота. Такие красивые снеговики с подсветкой. Получается, это набор целая семья. 239,99. Дальше вон еще такие, смотрите, красавцы с подсветкой. Такие новогодние олени. Тоже набор из 3 штук. 299. Такие огромные коробки. То есть они, наверное, чуть-чуть ниже, чем я ростом. То есть довольно высокие, большие. Так, это уже что-то попроще. Так. Six pieces. Я так поняла, набор из 4, нет, из 6 штук. Вот такие светящиеся candies. 49,99. Так, а вот такие лампочки, правильно, да, вот эти 24,99. Вот такой набор с такими фонариками. И еще добавилось очень много таких вот костюмов, не знаю, для Хэллоуина, либо не для Хэллоуина, но, наверное, приурочено больше, да, к Хэллоуину, к всяким новогодним выступлениям. В общем, куча выбора всякого для девочек, для мальчиков. Вон там и Iron Man, и Человек-паук, и вот для девочек разные принцессы. Желтые, розовые, голубые, в среднем цена 39,99. Это такие готовые костюмчики. Сейчас вам покажу еще с второй стороны. Ну, тут уже, да, я показывала в прошлый раз, уже на Хэллоуин тоже много всяких подвижных страшилок. Так, и вот здесь наши второй ряд костюмов. И вот смотрите, разные феечки, юникорны, крылышки, бабочки, в общем, куча-куча всего. С этой стороны они все по $35. Кстати, хочу вам оставить отзыв. Брали вот такой Тим Хортонс набор. 15 пакетов капучино, 15 хот-чоколад, $10. Ну вот, честно, как по мне, это очень-очень сладкий. Если хот-чоколад еще куда ни шло, но капучино прям очень-очень сладкое. Не знаю. В принципе, может, он такое должно быть. Пытаюсь найти состав. Вот он. Но вот одной пачкой мы обошлись, и пока что на вторую не тянет. Так, вот еще какие-то смотрю. Вот Chocolate Bombs. $15, 12 штучек. Честно, не пробовала. Наверное, тоже что-то вкусное, но, скорее всего, тоже сладкое. Так, кстати, хотела вам показать. Сама еще не брала. Видела у знакомых. Не знаю, как я раньше не замечала. В общем, вот такие огромные три рыбины красной рыбы. Цена всего лишь 7,99 за кило, получается в среднем 25-30, даже нет, 30 вряд ли, 25, наверное, если три рыбки. В общем, она получается уже выпотрошена, но еще с головой, естественно, с костями, но по крайней мере целая рыбка и не по $32, как мы брали филе. Вот, что понятно, филе мы берем больше для засолки, просто так филе по 32 каждый день, честно скажу, лично мне вот запекать как-то жалко, потому что выходит реально очень дорого на один раз буквально поесть. Поэтому хочу попробовать вот такую рыбу за $8 кило. Мне кажется, идеальная цена, особенно если запекать ее в духовке. В общем, по отзывам брали уже, девочки говорят, вкусно. Я еще не брала. Вот сейчас хочу попробовать. Если кто пробовал, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам. Так, сейчас вот еще в акции стоит из разряда кулинарии киноа салат, так он в среднем 10,90 за килограмм, лоток выходит примерно $12-13, сейчас 2,50 на каждую из них скидка.
Так, как обычно, берем наш свис. Мне кажется, вот из этой серии он самый вкусный. Мы пробовали и Каварти вот этот, и Монтерей Джек. Но вот этот самый такой не кислый, как по мне. В общем, 500 грамм, 9,99. Тут есть разные. Вот есть и Гауда, но она уже подороже. Здесь, конечно, чуть побольше. Вот, но я не любитель Гауды. 13,99 за 2 по 380. И что еще есть? Из таких, которые уже нарезаны, вот еще какой-то Jarlsberg, не знаю. Тоже вот такое с дырочками. 600 грамм, 13,79. И вижу, вот такие еще есть наборчики по 12,90. Это нет, это не наборчики, это вот такие маленькие порционные штуки. А наборчики я вижу, ну что-то цены на них... А нет, есть, это variety pack. $15 вот здесь халапеньо, медиум и моцарелла. $15, 720 грамм. В принципе, тоже неплохо. И вот такой же вариант, только немного другой вид сыра. Каварти Variety Pack, 16,90. Здесь 3 по 250 грамм. И дальше вот фета моцарелла. Фета, конечно, очень огромная, честно, мне неудобно, потому что она... Ну вот я не настолько любитель феты, чтобы в таком огромном количестве брать. У меня она просто не успевает уходить. Иногда берем вот такую моцареллу по 9 с чем-то. 9,49. Здесь вот такие две баночки. И мне нравится здесь очень вкусная вот такая рикотта. Она очень нежная, такая сладкая. 9,49. Вот такая килограммовая штучка. И уже показывала вот такой творожок. Вот прям точно как наш домашний. Домашний, имею в виду украинский, вот такой вот он спрессованный. На выпечку у меня он отлично идет, 11,69. Здесь 2 по 500. Так, в общем, что у нас пока в тележке? Наш обычный фарш 3 кило свиной за $20. Вот эта рыбка Селмон я показывала. Берем зубную пасту, эту тоже показала вам. Так, сыр, вот этот салат с киноа взяла. Этот сладкий хлебушек с изюмками, йогурты 9 с чем-то, здесь 24 штучки вот разных вкусов. Потом обычный темный хлеб 3 штуки, лаваши, огромная пачка, здесь 36 штук, я всегда их беру, всем показываю, мне очень нравится, здесь $10, вот такая огромная пачка. Дальше вот такие, по-моему, не помню, или 5, либо $7. Вот такие кукурузные чипсы, они сладенькие, вроде как не особо вредные, то есть они необычные чипсы. И наши круассаны, и еще пачечка масла, которая соленая, опять чем-то, 454 грамма. Сейчас уже идем дальше, но думаю, может еще пару товаров и будем идти на кассу. Так, вот еще отдел с кофе, такой целый ряд. Вот такой мы пробовали, вроде как неплохой. Кило 20, 12,99. Дальше Маккафе кофе. Кило 30, $25 почти. Starbucks Winter Blend. Кило 13, $27. Кстати, кто не знает, вот если оно цельнозерновое, то есть вот целое зерно, здесь вам нужно его где-то перемолоть, но у вас нет этой кофемолки, то вы можете на выходе из Костка, получается там, где кассы, там вот такая специальная штука стоит, и там можно бесплатно эту же просто пачку распаковать, засыпать и пересыпать на место, то есть вам бесплатно можно перемолоть кофе прямо здесь в Костка. Так, еще сейчас мы восполним наши запасы риса. Это будет вторая пачка, мы уже первую почти использовали. Очень вкусный рис. Киркланд, 5 килограмм, 15,99, хорошая цена, он такой узенький, и для плова, и просто, получается такой рассыпчатый, в общем, не знаю, после того, как я начала пробовать этот рис, я его наконец-то полюбила, до этого как-то так мне рис не особо заходил, возможно, конечно, я его неправильно варила, теперь я просто добавляю прямо в воду такой небольшой кусочек масла, и не знаю, то ли рис, то ли это масло помогает, в общем, очень рассыпчатый, теперь берем только его. Так,
Добавили мы наш обычный хэм за 15 килограмм. Вот такая штука. 8 с чем-то такие несладкие Cheerios. Яйца, молоко. Стандартный набор, долго не буду на нем останавливаться. Вот такой творожок взяли в этот раз, потому что недавно сделала такие вкусные вафли в вафельнице. Без масла, без сметаны, просто вот на йогурте и на вот этом чизе с яйцом. Без сахара, просто слегка притрусила пудра. Очень вкусный, такие нежные. Поэтому долго не могла придумать, куда бы этот такой чиз приспособить. Потому что он в таком, знаете, как в соке в своем, в такой, как вот в жидкости. И сырники у меня не получались из него. В общем, теперь наконец-то я придумала рецепт, который хорошо идет. Поэтому взяла такие аж 3 огромные штуки. Он 13 с чем-то выходит за 3 банки. Вот, еще взяли рис, я вам показала. Решили попробовать, поэкспериментировать. Очень цена заманчива, $11, такая огромная, 4 литра, даже чуть больше, вот такая байда для стирки. Не знаю, возможно, будет не очень, но, в общем, цена сыграла свое, решили рискнуть, хотя до этого не пробовали, до этого стирали другим костковским, но, в общем, поэкспериментируем сегодня. В общем, неправильную я показала вам цену, по акции 15 с чем-то она стоит, а не 11 вроде бы, в общем... Все равно неплохая цена, потому что в среднем такие большие штуки стоят $20 и выше. Сейчас по акции 15. Ну, попробуем. Так, в общем, добавили мы еще одни сосиски. Забыла вам показать, за $14. И на выходе у нас вышел чек на 237,99. В общем, вот такое у нас вышло видео. Надеюсь, вам было интересно. Если да, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!